Под Мариуполем горят артиллерийские арсеналы. Вероятная причина – неосторожное обращение с огнем местных фермеров, которые выжигали стерню. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на воинскую часть. Снаряды начали рваться около 4 вечера. Люди спрятались в подвалы, так как осколки долетают до поселка, а коммунальщики прекратили подачу газа. Как минимум загорелись 2 дома, но огонь успели погасить. На месте создан оперативный штаб. Пожар ликвидируют 300 спасателей и военных. Также полицейские эвакуировали около 3 десятков местных жителей. Информации о пострадавших нет. Взрывается склад, снаряды разлетаются. Тут в школе есть большой подвал, здесь штаб работает. Все, то есть, кого можно, всех спрятали в подвальные помещения. Есть в школе военнослужащие в подвале и местные, которые ближайшие улицы, кто мог с автотранспортом, выехали в райцентр. И как нам сообщают местные жители, снаряды взрываться перестали. На территории военных складов работает пожарный танк. В пресс-службе Минобороны заявили, на место происшествия выехала оперативная группа офицеров Минобороны и Генштаба ВСУ для выяснения обстоятельств, которые привели к этой чрезвычайной ситуации.